Друзья, всем привет! В этом видео расскажу о одной из причин болей в суставах. Как правило, эта боль сразу появляется во всех суставах. Сначала болел один сустав какой-то, потом боль вроде прошла, утихла, и начинаются болеть все суставы. И большие, и крупные, плечевые, коленные, локтевые, и мелкие суставы кистей, стоп. Одной из причин может быть это нехватка витамина D. Это характерно для регионов Сибири, где мало солнца, и для лиц уже старшего возраста. Вот поэтому, что здесь необходимо? Это необходимо сдать кровь на анализ витамина D. И если он на нуле, там практически низкие доли дозы, то тогда покупайте витамин D обычный, масляный, и ударными дозами. Ударными дозами это первые 3-4 недели пьют по 100 капель в неделю. Затем еще где-то полгода по 15 капель, а затем там, как по рекомендации, одна капля в неделю. Вот витамина D не хватает именно, и от этого начинается именно боли в суставах. Поэтому, кому может быть полезно, короткое такое видео, мучает боли. Вот одна из причин, возможно, нехватка витамина D. Покупается в аптеке, не буду говорить фирмы, есть масляный, водяной, основа масляная либо водяная. Я считаю, что масляная лучше, растворимость витамина D и более дольше сохраняется. Поэтому покупайте, читайте инструкцию, какая норма в принципе этого препарата, и увеличивайте дозу многократно. Вот, всем спасибо за просмотр, всем пока, будьте здоровы!